Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас на обзоре вот такая вот игра. Мини-макпад. Что-то такое. На вид кажется, что что-то необычное. Что-то непонятное. Какая-то игрушка из будущего. Вот, давайте ее посмотрим с другой стороны. Вот так она выглядит. Бывает разных цветов. Красная и черная. Давайте вам покажу ее поближе. И давайте же ее откроем. Сразу скажу, моему ребенку подарили ее на день рождения. Сыну 3 годика. И, конечно же, вот эта игра его очень сильно затянула. Так, здесь, кстати, есть такие картиночки. И есть вот такой вот, типа как карандашик. Короче, получается так, что вот тут вот магнитик находится. Такой, смотрите, он полукругленький. То есть не порежешься тут ничего. Здесь дырочки. И в дырочках маленькие магнитики тоже. Вот он раз. И потом пальчиком все это убирается. То есть получается и мелкая моторика тут задействована, и фантазия, и что-то такое. Вот ребенку очень нравится, он реально залипает. Залипает надолго, и на долгое время у нас тишина. Первый раз, конечно, когда ему подарили, он как-то поиграл, ему не особо понравилось. А уже где-то через месяц, наверное, снова ее достали, и его как-то она завлекла. Вот тут можно вот так вот. Домик, например, вот построить. Можно по отдельности. Ну, так вот как-то. И сразу, кстати, вот это вот вкладывается, ну, карандашик здесь. Так, давайте посмотрим, что у нас входит на набор. Такие вот карточки. Честно говоря, мы с сыном их еще особо не доставали. У меня как-то ребенок сам что-то придумывает интересное. А здесь можно домик. Рыбки. Даже, честно говоря, не видела эти карточки еще. Рыбки. Так, бабочка. Рыбка одна. Как будто у нее корона здесь. Так, летающая тарелка. Здесь непонятное существо, не знаю, что это такое, под номером 6. Напишите в комментариях, как вы думаете, что это может быть. Не знаю, если, конечно, вот эта голова только наклоненная, а тут хвост, то, может быть, какая-нибудь жираф навряд ли, может быть, собака или даже что-то. А, или вот эта вот голова, а тут хвост. Не знаю, короче, тут ничего не подписано. Угадывайте сами. Машинка. И лодка. Лодка. Все. 8 карточек. Но, в принципе, у меня ребенок придумывает сам. Здесь можно реально и взрослому залипнуть конкретно. Что-то придумать. Вот. Плюс, кстати, большой плюс этой игрушки. То, что, допустим, вы какую-нибудь картинку сделали. И хотите ее, допустим, отвезти кому-то показать. То есть вы спокойно кладете ее в коробку. Отвозите, даже если она переворачивалась у вас, ее трясло, ваша картинка никуда не пропадает. Это вот вообще прям просто шикарно. Давайте сейчас с вами попробуем. Что-нибудь сделаем. Сделаем вот такой вот квадратик с вами. Ой. Так, и допустим, я ее сейчас переверну. И потом поверну обратно. Пожалуйста, она остается. Здесь, соответственно, вот вам видно, вот они все появились. Сейчас. Оп. Вот. Все на месте, без монтажа. Ну, есть вот такие вот, некоторые остаются. Здесь вот уже, видите, по-другому. То есть здесь уже мне надо нажать.
приложить силу. Как-то так. Такая вот игрушка интересная. Здесь она просто болтиками. Можно открыть и просто забрать все эти детальки. Короче, это очень интересная игрушка, очень классная. Я думаю, можно даже здесь вот перевести и почитать. А, доска для рисования она называется. Вот. А я все думала, как же ее назвать. Доска для рисования. Очень интересная, очень классная штука. Также я напишу, где мы ее купили. Купили мы ее в Альбрисе. Оставлю ссылку. И, конечно же, цену. Не помню сейчас, по какой цене, но это стоит того. Моему ребенку она нравится. Я надеюсь, что понравится и вашему ребенку. А если у вас такая уже игрушка есть, напишите обязательно свои отзывы, комментарии, как нравится она вам или не нравится. А что, как, обязательно напишите другим людям. Будет очень интересно почитать ваши комментарии. Вот. На сегодня это все. Смотрите у нас другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Также в влогах, как мы играем в эту игрушечку, есть ролики. Как у меня ребенок занимается с ней. Также путешествия, как мы плавали на теплоходе недавно, Волгоград, Саратов, Казань в прошлом году. Также обзоры на разные вкусняшки есть, на продукты. Обзоры на технику. Кольцевая лампа была недавно. Очень интересно, посмотрите обязательно. Живопись, фоны и куча-куча всего интересного есть на моем канале. Разные обучалки по YouTube. Обязательно подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить новый ролик, который уже выйдет завтра. Обязательно ставьте лайки, 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 лайки. Пишите комментарии. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока.